Привет, призраки! Это я, Гост. И сегодня мы с вами отправимся на поиски новой коллекции тачек. Но на этот раз нам предстоит отыскать машины в самых паранормальных местах. Будет безумно интересно и немного страшно. Поэтому не забудьте поставить лайк под этим видео, чтобы сделать себе защиту от паранормальных существ. А также подписывайтесь на канал. Желаю вам всем приятного аппетита и приятного просмотра. Погнали! Призраки, перед тем, как мы начнем, я бы хотел ответить на один из частых вопросов под моими видео и соцсетях. Какой у меня ПК и возможно ли собрать что-то подобное за небольшую цену? Спойлер, да. Digital Razer – это компания, которая помогает мне с моим железом. Эти ребята собирают самые красивые производительные ПК и делают это дешевле, чем конкуренты. В их распоряжении новейшие комплектующие для ПК, корпусы всех форм и цветов и даже специальный принтер, при помощи которого можно нанести любой рисунок на ПК. Я лично убедился в профессионализме этих ребят и заказал у них сборку, которая прямо сейчас помогает мне создавать контент, который вы так любите. Кстати, подмечу, что ни в одном обычном розничном магазине вам не будет оказано такое содействие во время покупки вашего ПК. Расширенная гарантия, ежедневная поддержка и возможность любой кастомизации – это лишь малая часть того, чем может похвастаться Digital Razer. Ребят, я знаю, насколько дорого сейчас покупать новые ПК, поэтому хочу помочь вам в этом вопросе и сэкономить ваши деньги. Прямо сейчас на сайте Digital Razer действует мой скидочный промокод, которым вы можете воспользоваться, если решите заказать себе новый ПК. Но ссылочку на Digital Razer я, конечно же, оставлю в описании под этим видео. Удачных покупок! На поиски первой машины в нашу коллекцию мы отправляемся в шахту, одно из самых паранормальных мест в Лос-Антосе. Честно говоря, днем это место выглядит, мягко скажем, не страшно, совершенно не паранормально. Обычная старая шахта, которая давно закрыта, но вот только стоит пройти вовнутрь, как сразу же начнется самое интересное. Я уже даже сейчас, заглядывая туда вовнутрь, через эту щель между дверьми, вообще не хочу проходить туда вовнутрь. Но, честно говоря, ребята, придется. Хочется отыскать крутую тачку, поэтому берем взрывчаточку и просто кидаем ее на эту дверь. А лучше сразу же на две. Все, отходим подальше и взрыв! Отлично. Хох. Ну вот теперь-то мне понадобится мой фонарик. Потому что дальше будет... очень темно и очень жутко. Блин, капец, почему здесь не работает никакое освещение? А, понятное дело, это же заброшенная шахта все-таки, поэтому его просто отключили. Из-за того, что оно больше тут не нужно. Теперь тут очень страшно на самом деле ходить. И неважно, день на улице или ночь, в этой шахте всегда темно и всегда очень-очень жутко. Так, теперь смотрим в оба, потому что тачка может быть абсолютно в любом месте, вообще совершенно где угодно. Я постараюсь пройти как можно глубже и осмотреть пещеру со всех сторон, но если вдруг вы заметите что-то на видосике... Чего не заметил я? Пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Господи, это чё... это чё за фигня? Ё-моё! Это... та самая дохлая мумия, ребята, которую мы с вами находили в шоу по мифам в GTA 5. Не знаю, помните вы это или нет, но эту штуку я уже видел однажды в пещере. И в прошлый раз мне это капец как не понравилось. Мне возникает чувство, что мы тут с вами не одни. И этого бедолагу убил кто-то совсем недавно. И вероятнее всего этот кто-то, или это что-то, находится до сих пор в шахте, по которой мы гуляем вместе с вами. Так, ладно, я что-то сам себя уже напугал. Пожалуй, я лучше дробовик в руки возьму, потому что, фиг его знает, всякое бывает. Сейчас еще кто-нибудь нападет на меня тут, например. И будет совсем не смешно, а очень даже страшно. Блин, тут еще развилка какая-то. Что за фигня вообще? Куда дальше идти? Ой, ё-моё! Что за фигня? Ты что такое, блин? Подожди. Это призрак! Мы нашли призрака! Получай, блин! Вот так тебе! Офигеть! Подловил его, успел! Так... давай еще туда! Хух! Отлично! Вот, получай! Все! Я его грохнул! Отлично, блин! Офигеть, какой жуткий призрак! Какой-то девушки весь в крови! Блин, капец! А чем он в этой стороне стоял? Может быть, он что-то охранял здесь? Погоди-ка. Нет,
кажется, здесь просто тупик. Нафига он тогда стоял? Вообще тут у меня вопрос. Стой! Стой! Это что там? Это тачка. Ребята! Мы нашли первую тачку! Так, погоди-ка, только я вот не могу пройти. Может, эту штуку вот так подорвать? На тебе. Так, я понял, так не подорвать. Надо что-то помощнее. Возьмем тогда бомбу-липучку. Одну заложим, вторую давай вот сюда. Вот, отличник. Блин, не могу заложить. Вот, все, хорошо. Отходим подальше. И делаем большой жесткий бум. Я надеюсь, что шахта не обвалится после такого бума. А то всякое может быть, она все-таки старая. Ладно, давайте на счет три. Один. Спрячусь лучше. Два. Три. Бабах! Еху, все. Готово. Побежали быстрее оценивать, что же у нас там получилось. О, эти штуки сорвало. Просто, ребята, посмотрите, вот остались маленькие щепки от всех этих досок. И вот наша тачка. Ребята, это Бентли? Погоди-ка, это призрачная Бентли! И мы нашли первую паранормальную призрачную тачку! Давайте ее, короче, шахтой возить, потому что что-то как-то вообще это неподходящее для нее место, по-моему. И, кстати, я заметил, что она до этого была как будто погребена под землю. Не знаю, заметили вы или нет, когда мы смотрели через этот забор, казалось, что машина наполовину в земле. Кажется, из-за взрыва ее как-то тряхануло, и она выпрыгнула наверх из-под земли. Это очень хорошо, значит, не придется ее вытаскивать. Просто садимся и поехали отсюда. Блин, только какая эта пещера узкая. Вообще невозможно проехать на тачке. Ох, ну я сумел. Отлично. Ну что ж, ребята, поздравляю с первой тачкой в нашей коллекции. Как мы с вами уже увидели, это призрачная Бентли. А по-моему, она на каких-то больших колесах, ее очень дико заносит. Офигеть. А еще есть огромный спойлер сзади. Немножко, конечно, непривычно, что я наполовину типа в воздухе как будто сижу. Но все-таки это призрачная тачка, поэтому, конечно, она будет наполовину прозрачная. Уже не терпится посмотреть, как эта машина будет гонять. Поэтому быстрее поехали на дорогу. Я думаю, что, ребята, это сегодня не самая лучшая машина из тех, что мы найдем. А что происходит? Почему один меня ударился, второй по копу стреляет? Что происходит, чувак? Давай заканчивай уже. Ты что, бандос какой-то, что ли? На тебя, получи, блин. Я помогать буду полицейским на призрачной тачке своей, чтобы в Лос-Антосе закон соблюдался. О, отлично. Все, чуваки, можете принимать его, кажется... Ему хватило удара от призрачной машины. Так, ладно, уй! Простите, полицейский, я не хотел, честное слово. Я его убил. Нет, это серьезно, что ли? Я ему помогал, я не хотел его убивать. Ладно, короче, все, поехали отсюда быстрее. А то это максимально странно было. Все, гоним и тестируем нашу призрачную тачку. Ё-моё, нифига, как ее заносит. Кстати, от первого лица вот как эта тачка выглядит. По-моему, очень прикольно, но ничего не понятно. Салон просто весь прозрачный какой-то, как в целом и вся машина. Так, ладно, короче, надо ее протестировать. Как я уже заметил, она, конечно, не гонит с какой-то феноменальной скоростью. Вполне себе неплохо, ее очень сильно заносит. И кажется, эта тачка как раз-таки исключительно для дрифта. Ну-ка, давай попробуем разогнаться еще маленько. Ну, капец, что так плохо тормозит-то? Да, кажется, на ней не надо тормозить, на ней надо ехать только вперед и только в дрифте. Кстати, ребята, напишите в комментариях, пока я еду, какая у вас самая любимая марка и модель авто. Вот обязательно напишите, кто не напишет, будет... маленькой ленивой попой, вот. Так что быстро пишите в комментариях, какая у вас любимая марка и модель авто. Вот, у меня, кто не знал, Lamborghini Urus. На всякий случай, говорю, вдруг вы не знали, хотя я много раз про это говорил, вы тоже напишите, потому что, возможно, чью-то тачку из вашего топа я в скором времени отыщу также в GTA 5 и соберу новую коллекцию. Короче, мы с вами примерно поняли, какая это тачка. Честно говоря, прикольненько, но хочется чего-то получше. Поэтому прямо сейчас, ребята, мы с вами отправляемся на поиски следующей машины, только вот уже в действительно очень опасное место. В этот раз я решил добраться до старого заброшенного дома на окраине Лос-Антоса, слухи о паранормальности которого ходят уже очень давно. Указатель «Маяк». Это значит, что я приехал правильно. Блин, вот только нафига я сюда ночью приехал? И почему здесь идет снег, когда на улице
лето... Это, ребята, 100% паранормально. И мне это капец как сильно не нравится. Фух, ладно, поехали, короче, осматриваться. Кстати, я для себя еще тут одну тему понял, что кататься на призрачных тачках — это, конечно, весело, но ты почему-то все равно чувствуешь себя как-то небезопасно. Несмотря на то, что машина не проходит сквозь какие-либо объекты, она все равно как-то странно ощущается. Ты ведь, по сути, сидишь, как будто, я не знаю, ну, реально в прозрачной тачке. Из-за этого как-то немножко неловко, что ли, и реально страшно, когда катаешься. Короче, на обычной машине кататься, ребята, как-то привычнее, знаете ли. Хох, так, ладно, я вроде как доехал до этого паранормального дома, только ничего паранормального я вроде тут как бы не вижу. Старый заброшенный... А-а-а! Господи! Он сквозь меня прошел! Это призрак был! Вы это видели? Вон он идет! Силуэт! Офигеть! А это там кто? Погодите-ка. Это что такое? Стоп. Их тут... Да как тут дофига? Это все призраки! Вот они! Вот призрак! Вот тут призрак ходит! Они повсюду! Просто вокруг этого дома ходит огромное количество призраков. Офигеть. Так, а можно я, пожалуй, выйду отсюда из машины? И попробую пройтись. Мне вот не нравится, конечно, что эта штука за мной идет. Че ей надо-то, блин? Отстань от меня! Мне нужна тачка. Тут вон еще призрак. Еще призраки. Офигеть, сколько их тут! Так, ладно, попробуем отыскать что-нибудь. Похожее на машину. Призрак, здравствуйте. Блин, я хочу у них морду рассмотреть. Ну так фиг рассмотришь. Он куда-то уходит от меня. Ладно, короче, ребята. Мы с вами точно приехали в нужное место. Какие-то здесь такие ножи забиты в стену огромные. Блин, мне это не нравится все. Вон есть какая-то тачка, но... как бы так сказать-то... Я не думаю, что она бы нам подошла. Да и уж тем более это не призрачная тачка. Надо искать дальше. Только я вот не знаю, где искать. Блин, эта штука за мной идет. Отвали от меня, пожалуйста. Не приближайся ко мне. Да я говорю, отстань. Так, ладно, она мне не даст пройти, кажется. Да, придется пробегать здесь. Поэтому... Побежали, вот оно! Ребята, тачка! Прямо под деревом! Офигеть! Так, надо, короче, его вытаскивать. Будем действовать по тому же принципу. А таким тачкам все равно ничего не страшно. А хотя зачем? У меня же есть вот такой вот пистолет. Который, кстати, ночью капец как сильно засвечивается. Так, ну-ка, стреляем! И вытаскиваем тачку. Я вытащил ее? Да, по-моему, вытащил с-под земли. Так, стой. Да-да-да, вот она! Хорошо. Все, садимся! Поехали. Поехали! Ой, приехали. Так, я там врезался в знак. Так, ладно, пожалуй, я отъеду. Ух ты ж, ничего себе, какая она быстрая! Ху-ху-ху! Сносим всех призраков и просто погнали отсюда! Так, эту тоже надо снести. На тебе, получай! Ей пофиг, да? Ладно, ребята, кажется, эта штука неубиваемая. Ладно, мисс, прощайте, я нашел для себя тачку, надеюсь, вы не против. Она какая-то грустная на самом деле, даже не страшная, а просто грустная. Ух, а это что, Rolls-Royce что ли? Я только сейчас понял, видя это небо у нас в салоне, видите, ребята, звездочки? Это реально, по-моему, Rolls-Royce. Офигеть просто. Так, ладно, ребята, все, погнали из этого страшного паранормального места. И, кстати, лучше покатаемся днем, я думаю, да? Так хотя бы будет видно, что это за тачка. A few moments later. Да! Как я и думал, это все-таки Rolls-Royce. Это понятно по той маленькой статуэтке на капоте. Хотя, честно говоря, очень плохо видно. Ну и плюсом к этому, ребята, такой роскошный салон. Только у Rolls-Royce, знаете ли. Да и сама форма, понятно, что это Rolls-Royce. Блин, какой же он все-таки классный, ребята. И едет достаточно быстро, знаете ли. Учитывая, что эта тачка вообще создана для того, чтобы на ней как бы кататься мягко, круто, с комфортом, да. Она для этого очень хорошо едет на самом-то деле. И я предлагаю принять участие в гонках. Так, мы лучше всего поймем... Как же все-таки эта тачка хорошо ездит? Ну что ж, погнали! Нас встречает огромное количество разных гонщиков на самых разных машинах. Но что-то... Чуваки... что там, Ламборгини, Феррари, Макларен... непонятно чего... Капец, у них тут тачек просто дофига самых-самых разных и самых крутых.
А там мне вообще на них пофиг. Я их просто обгоняю за считанные секунды. Это чё вообще за прикол? И это Rolls-Royce, ребята. Вы понимаете, да, что это реально Rolls-Royce? Тачка, которая создана для того, чтобы ездить комфортно. Я вообще в шоке на самом деле. Ну, управляется она правда хорошо. Так, только вот мне бы сейчас не заблудиться направо, да, вроде как. Да, отличненько, поворачиваем и просто гоним вперед. По-моему, я этих чуваков вообще спокойно обгоню. На полкруга, мне кажется, точно. Так, главное не врезаться, объезжаем всех. Вперед! Ой, по-моему, я там кого-то сбил, но ничего страшного. Призрачные тачки не ломаются, ребята. Это бессмертные машины, они все-таки призрачные, как-никак. А что, я уже назад возвращаюсь? Чего? Я их всех обогнал реально на полкруга, как и планировал. Ну ладно, окей, что, просто продолжаем ехать, ребята. Смотрим на максималочку этой тачки, уже почти 400. 400! Так легко! Что вообще? А почему так изи? Ребята, ну я могу сказать, что да. Эта тачка, конечно, не гиперкар какой-нибудь, да, как Bugatti, например. Но она идеально управляется, хорошо разгоняется и на ней реально комфортно ехать. Поэтому огромный жирный плюс этой тачке. Только вот она очень толстая и тут фиг проедешь на ней. Куда я вообще поехал? Я что, в Лос-Антос что ли? Капец, гонка долгая какая. Да меня вообще в жизни не догонят получается. Просто в жизни не догонят. Я правильно выехал сюда? Да, отлично, 16-й маркер. И все, ребята, гоним обратно и уже точно до финиша. Я моих противников вообще не вижу. Где они? Что они делают? Где катаются? Почему? Вообще непонятно. О, что-то за часы там висят. Ха-ха, ребята, там роликсы, походу, висят. Прикольненько. О, вот мой соперник там едет один. Тут вон еще едут, смотри, вот-вот-вот, они только сейчас нам встречаются. Капец, чуваки, вы отстаете? Я вообще фиг знает на сколько, да очень много. Я уже все, я финишировал на первом месте. Ну что ж, ребята, что я могу сказать про этот Rolls-Royce? Круто, жирно, понтово, но хочется отыскать себе новую тачку. Посмотреть все-таки, что мы сможем найти последним. Ну конечно, как же я мог забыть про кладбище? Это место точно наводит страх. Тем более, если прийти сюда ночью. Хох, капец, я не хочу туда идти. Но машину я хочу отыскать больше, поэтому погнали. Ночью на кладбище. Эй! Здесь кто-нибудь есть ночью, мне интересно. Ё-моё! Это там чё, блин? Собачий шашлык бежит! Горящий! Блин! Валим отсюда быстрее! Давай наверх! Реально, что ли? Ты смотри, тут собачий шашлык бегает. И еще эти чуваки, блин, горящие. Ты куда полез? Слезь нафиг. Ау, ай-яй-яй. Я не хочу гореть, отстаньте от меня. Это кто там? Там кого-то похоронили заживо еще. Ё-моё, что происходит на этом кладбище? Так, ладно, короче, пушку да, в руки брать. Ты, собака, хочешь со мной подраться, да? Так, давай, давай, иди сюда, на тебе. Ему пофиг? Вот. Тафак, а чувакам? Погоди-ка. Я хочу попробовать кого-нибудь их поймать. А, вот, все, смотри, отлично получилось. Да на тебе! Сколько их тут? Вы что, блин, с ума сошли, что ли? Чуваки, отстаньте, мне нужна просто тачка. Я не хочу иметь дело с паранормальщиной. Отдайте мне машину, и все. Собака побежала. Все, валим, короче, отсюда. Просто валим. Ай, отстань. Не подожжешь. Вот так вот, типа, на, взрыв. Эй, а что? А, это я гранаты взял. Я хотел бомболипучки. Во, вот теперь вот точно будет взрыв. Бабах, на тебе. Так, еще разочек, получай. Да блин, капец, она что, бессмертная, что ли, эта собака? Да что ты делаешь? Отстань, на тебе. Вот теперь получилось. Да сколько надо этой собаке? Эй, иди нафиг, на тебе тоже похари. Так, сюда, короче, бомбу. О, все, иди, это, поплавай, остынь, как говорится. Еще твоя тебе бомбочку, бабах. О, отлично, сейчас получается вроде как раскидывать. Так, ладно, давай еще взрыв. О, кстати, она сама взорвала свою же гранату, потому что она огненная, и как бы они детонируют от нее. Блин, да отвалите. Как вас может оттолкнуть? О, смотри, получается. Буду просто сталкивать, короче. Да иди нафиг отсюда. Дайте мне тачку, где тут машина вообще? Я пока ничего вообще не вижу. Где может быть тачка на этом кладбище, ребята? Я уже, по-моему, все бежал. Я вообще ее нигде не видел. Так, ну я, скорее всего, просмотрел, потому что я там бежал, отстреливался. Вот она, ребят! Мы дошли! Иначе тачку надо ее брать, короче, и сваливать. По той же схеме, что и в прошлые разы. Только сначала я этих растолкаю. Отстаньте, говорю. Так, тачка, иди сюда. Вот, отлично. Все, садимся. Давай, давай, давай. Да отвалите, чуваки. Дайте мне сесть в машину, пожалуйста, уехать отсюда. Все,
Быстрее! Давай, заводи ты ее уже! Оп! Отлично! Все, погнали отсюда! Ой, собачка, прости, я не хотел. Хотя нет, хотел, ты меня пыталась так-то сжечь, поэтому получай! Все, ребята! Погнали нафиг с этого кладбища быстрее! Тестировать нашу следующую тачку. Это, по-моему, кстати, Феррари. Да, ребята, это призрачная Феррари. Да, это то, что я хотел. Настоящая гоночная призрачная Феррари, которая, ребята, ну просто офигенно выглядит. Вы посмотрите на эту La Ferrari, как я смог прочитать. Несмотря на то, что она призрачная, все равно видны эти крутые гоночные контуры у тачки. И давайте протестируем, что ли, как она... Как она у нас гоняет? Это что такое? Воу, ё-моё! Да ну нафиг! Ребята, эта призрачная Феррари, она способна просто расталкивать все тачки. Вот так происходит вообще. Это что за прикол? Ой, так я только немножко перевернулся. Это, кстати, смешно выглядит, когда ты на призрачной тачке перевернутый, у тебя просто перс вверх башкой. Точнее, вниз башкой получается. Вверх башкой это обычно ведь, да? Да, все правильно, вниз башкой. Короче, ребята, вы просто посмотрите на это, я все тачки расталкиваю. Я там даже гелик выкинул. Погоди-ка, а если будет большая тачка? Ой, там еще взорвался кто-то. Это что вообще за жесть? Я реально все машины просто буду расталкивать? Стоп, я не верю в это. А где машины побольше? Дайте мне какой-нибудь мусоровоз, например, или фору. Сейчас, ребята, попробуем. Я реально хочу на это посмотреть, что получится в итоге. Так, как назло, нету больших тачек. Где они? Стоп, а... реально, GTA! Ты что, специально это делаешь? Я не понял. Ребята, реально, нету больших машин. Они просто испарились. Да. Я не знаю, это закон подлости. А, вон, вижу сразу же две. Погоди, мусоровоз. Бабах! Да ну нафиг, погоди-ка, и фуры сейчас еще. Дай фуру попробую. То же самое будет? На, получай! Ё-моё, ребята, это просто жесть. Эта тачка реально расталкивает все на своем пути. Как же это круто выглядит. А помимо этого, конечно, я не озвучил, но вы уже сами все увидели. Так, она застревает. Ну, что страшного? Она очень быстро едет. Вот, что самое главное, ребята. Она просто очень быстро едет. Максимально быстро разгоняется, максимально быстро оттормаживается и круто управляется. Да, посмотрите на эту феноменальную скорость. Да что я все вниз такое-то падаю? Да ё-моё. Так, давайте-ка попробуем здесь как раз проехать. Тут нету машин, можно спокойно разогнаться. Ё-моё! Вы слышите, как это звучит? Вы просто слышите, как будто... Вот та самая муха ночью или тот самый комар, знаете, когда вы засыпаете, а он у тебя вот так вот перед ухом. Бзз, вот реально, вот тот самый звук просто... Бзз, вот так перед сном. Короче, ребята, тачка реально офигенная. Единственное, что вот, конечно, звук у нее максимально странный. Ну что, спорткар все-таки, да? На таких огромных скоростях кататься, я думаю, что у многих машин такие звуки. Оп! Все, короче, я, пожалуй, остановлюсь, а то сейчас весь трафик в Лос-Анджелесе просто уничтожу. Короче, ребята, вот такую коллекцию тачек мы с вами сегодня смогли собрать. Все призрачные тачки, которые я отыскал в GTA 5. Надеюсь, этот ролик вам понравился. Не забудьте написать в комментариях о том, что вы досмотрели это видео до конца, чтобы я поставил вам лайк на ваш комментарий. И обязательно напишите в комментарии, какая ваша любимая марка и модель авто. А также ставьте лайк под этим видосиком, нажимайте на кнопочку подписаться и, само собой, залетайте в мой телеграм-канал, ссылка на который находится в описании под этим роликом. Ну что ж, ребята, с вами, как всегда, был я, Жека Гот. Всем огромное спасибо за просмотр и увидимся совсем скоро на новом ролике. Всем пока! Пока!